Ульяновская прокуратура защищает права не только физических, но и юридических лиц. Содействует этому процессу уполномоченный по правам предпринимателей в Ульяновской области. Неоплата по контрактам, невозможность получить правовую защиту в виде возбуждения уголовного дела, работа надзорных органов с признаками превышения полномочий – все эти проблемы рассматриваются на приеме, чтобы оперативно принять меры. За прошлый год прокуратурой установлено более 1500 нарушений прав предпринимателей и около, по-моему, 60 или 70 должностных лиц было привлечено к административной ответственности. Поэтому в этом плане наши цели и задачи с прокуратурой в защите прав бизнеса являются общими. На последней встрече обсуждали законность повышения арендной платы. Прокуратура Ульяновской области приняла решение оказать содействие предпринимателю в решении вопроса. Посмотрев в целом по всем, не по одному объекту, по всем, рассмотрим варианты и возможности инициировать здесь это как бы полномочия органов власти. Также рассматривали ситуации полного списания доходов за долги у самозанятых, возможное превышение полномочий должностных лиц. Все вопросы взяты в работу. Часть из них будет решена в ближайшее время. Часть требует более детальной проработки. Отдельный день для приема предпринимателей установлен распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации. Он проводится в органах прокуратуры России в первый вторник каждого месяца с 2017 года. По результатам принятых мер в 2021-2022 годах перед предпринимателями погашены долги по государственным и муниципальным контрактам на 204 миллиона рублей, а также возбуждено 6 уголовных дел по результатам проверок в сфере защиты прав бизнесменов. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.